Свалка в районе села Хамбушево образовалась в 2001 году. Она использовалась для хранения спиленных деревьев, снега и строительных отходов. Площадь свалки составляет свыше 11 гектар. При этом порядка 70% отходов приходится на древесину. Остальное – в основном разложившиеся твердые бытовые отходы. Совместными усилиями администрации города Рязани и Министерства природопользования области в 2019 году несанкционированная свалка в Хамбушево включена в федеральный проект «Чистая Россия», входящего в национальный проект «Экология». Нам это позволило получить федеральные средства, а по проекту требуется порядка 82 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированной свалки. Проект рассчитан на реализацию на основной на 2 года, на 2020-2021 год. И последующие 3 года будет происходить биологический этап рекультивации. Это, в принципе, природные процессы. Реализация первого этапа работ по ликвидации несанкционированной свалки в Хамбушево запланирована на 15 декабря 2020 года. В настоящее время на месте свалки идут активные работы по переработке всех видов мусора и в дальнейшем вывоза переработанных отходов с территории свалки. Отходы 4-го класса опасности, грунт и вперемешку с металлом, также древесные отходы. Древесные отходы сейчас перемалываются специальным оборудованием и замешиваются с грунтом. Металл весь вывозится на санкционированные свалки. 18 июня на выездном совещании с профильными специалистами и подрядчиком обсудили особенности проводимых работ на объекте, а также сроки их выполнения. В 2021 году начнется второй этап рекультивации. На участок будет завезен природный грунт, территория бывшей свалки будет засеяна травой. На этом закончится активная фаза проекта. В дальнейшем природа сама внесет свои коррективы по восстановлению экологического баланса. В течение первых 3 лет после завершения второго этапа рекультивации за территорией, где была свалка, будут наблюдать специалисты. Позднее здесь планируют посадить различные зеленые насаждения. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».